Отзвучали последние звонки. Выпускники школ приступили к сдаче единого государственного экзамена. Результаты тестов засчитываются одновременно, как итоги школьной аттестации и вступительных испытаний в вузы. ЕГЭ сдают как выпускники текущего года, так и прошлых лет. В Ахинском районе всего 151 человек. На сегодняшний день пункт проведения экзамена уже выдержал 2 экзамена. Это история, география 27 мая и русский язык 30 мая. Пункт проведения экзамена соответствует требованиям. Проводится экзамен в благоприятной обстановке. Работают медицинские работники. Комфортные условия. В достаточной степени для выпускников созданы. В аудиториях размещены видеокамеры под наблюдением не только участники ЕГЭ, но и члены комиссии. Вся работа как на ладони. В течение учебного года со школьниками работали психологи. Дети идут на экзамены подготовленные, уверенные в себе и в своих силах. Да, хорошо готовились, упорно. Да там база, в принципе, ничего сложного как бы нету. Я ей профиль сдаю, профиль-то посложнее будет. А базу, как бы, я уверен, сдам там 4-5. Очень волнуемся, потому что, экзамен на самом деле непонятно будет, какой сложности, потому что одни варианты предвещают нам хороший, исход, а другие варианты предвещают нам то, что мы ничего не напишем, поэтому волнуемся очень. Особенность ЕГЭ 2016 года в том, что увеличилось время продолжительности экзаменов по некоторым предметам. На данный момент испытания проходят в штатном режиме, без технических сбоев. Мы заходим, получается, оставляем куртки в раздевалке. Нас обыскивают металлоискателями. Потом мы поднимаемся, строимся по аудиториям на линейку. Нам желают удачи. И мы расходимся по аудиториям и ждем где-то минут 40-50, пока нам распечатают кимы. Вот, потом проходит инструктаж, и мы пишем уже экзамен. Можно взять с собой шоколадку, водички и все. И таблетки, да, можно взять. Предыдущие экзамены прошли без нарушений со стороны участников ЕГЭ. Ни шпаргалок, ни средств связи замечено не было. Общественное наблюдение, которое ведется из других регионов страны, также не отмечает нарушений в пункте проведения экзамена. Я пришла со своим 11-м Б-классом. Они сегодня сдают у нас базовую математику. То есть экзамен очень важный для них, потому что баллы получены, переводятся в оценку, и это будет зависеть, от этого будет зависеть оценка в аттестат, то есть основной документ. Ну, пришли все. Настроение, как видите, хорошее. Мы, конечно, как классный руководитель, очень переживаем, потому что все-таки это база, которая дает право получить документ. Государственную итоговую аттестацию сдают ученики 9 классов. Для ребят это первые серьезные экзамены. Писали пробные работы, также ходили на пробники в 7-ю школу. Надеяться на себя, на свои силы, на свои знания. Очень волнительный для нас момент. Все волнуются, но так как это уже не первый экзамен, а третий по счету, конкретно у 9 классов, мы как бы уже привыкли и знаем, что нас ждет, и пробники нам были, они нам помогли лучше. Первый экзамен, он был не основной, а дополнительный, поэтому мы так волновались, конечно, но тоже как-то старались сдать его. Дополнительный экзамен – это экспериментальный экзамен для 9 классов, потому что раньше 9 классы сдавали 2 экзамена – русский и математику, а сейчас в качестве эксперимента решили ввести еще по 2 дополнительных по выбору, как, допустим, в 11 классе. То есть мы сдаем по тому предмету, которому мы хотим, 2 предмета по выбору, и каждый выбирает для себя.